На территории Тувы ожидается вторая волна подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом А, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В целях минимализации неблагоприятных последствий респираторных заболеваний председателям администрации районов и городов, руководителям министерств, ведомств, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, торговых, культурно-спортивных объектов, предложено продолжить противоэпидемические меры и соблюдение масочного режима. Руководителям образовательных и дошкольных учреждений на всей территории республики рекомендуется продолжить ежедневный мониторинг посещаемости в разрезе каждой группы и обеспечить приостановление работы отдельных групп в детских садах, средних и высших учебных заведениях. При отсутствии по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ более 20% человек. По данным еженедельного мониторинга управления Роспотребнадзора по Туве, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 1880 случаев ОРВИ.